Фокус, который должен спасти многие жизни. Протез из картофеля и кукурузы изобрели казанские кардиохирурги. Он помогает организму строить новые сосуды, а сделав свою работу, попросту исчезает. Как такое возможно, выяснил Станислав Назаров. Спустя несколько месяцев после операции кардиохирурги и биологи вновь осматривают животных. Диагноз – здоровые. После серии успешных испытаний в ближайшем будущем сердца тысяч людей смогут вновь нормально биться. Это актуально и для взрослых, а для наших маленьких пациентов это актуально вдвойне, потому что любой ребенок, которому выполнено протезирование сосудов или клапанов сердца, он становится заложником предстоящей повторной операции, потому что организм растет, а искусственные протезы и клапаны, которые сейчас у нас есть в наличии, они не увеличиваются в размере. Протез сосуда выполнен из органической ткани, имеет сетчатую структуру. Уже через несколько недель после операции организм самостоятельно выстраивает вокруг него новый сосуд, а сам протез перерабатывается и исчезает. Кардиохирурги сами говорят, это скорее не протез, а способ выращивания недостающей ткани внутри тела. Ученые Казанского федерального университета оформляют патент на открытие, своим опытом делятся со студентами. Впереди еще несколько лет сертификации и лицензирования. В клиниках России и всего мира ждут появления промышленного аналога уникальной разработки. Станислав Назаров, Алексей Уразакин, Аль-Хазипов, Вести, Казань.